Атамыңға анны. Етерлік алыңа ақырай. Но ты отомстил сполна. Керек. Бейлә керек. Смотри. Үмне әйіл яшаптырлар. Как жили раньше. Инді болты бейлә керек. Инді не әйіл яшиялар. И как живем теперь? Мин бардады дышина мог. Меня поражает одно. Почему люди так быстро забывают зло? Мне кажется, что в благополучной жизни они проглатывают и свою историю вместе с жирным куском мяса. Я там право шлагом дя. Так что это не могила. И не развалины. Это наш позор. Позор всего рода. Ака, ты надо меня на ленахре. Ты же отнимаешь у человека разум. Нами хен ют лен хагнал мадлерби. Что? У наших воинов не отнимали разум. Или не обесчещивали девушек. Или не угоняли скот. Не знаю, не знаю. Может быть, есть другой способ. Не знаю. Я им отвечаю тем же. Я буду мстить. Отгоните их в степь. Пусть их родичи знают, что стоит вражда с нами. Даст Аллах нам силы, чтобы мы могли уничтожать своих врагов, дабы сохранить свой язык, свою кровь, свои обычаи и веру. Аминь.
Бейле ковырсын. Түштің ме? О тарава қоу. Гиде бер. Хайуа. Тойли! Тойли, отбери себе несколько джигитов и завтра же поведешь их в набег. С тобой пойдет и Давлет. Мои предки так жили, я так живу. Ты мой сын, значит и ты будешь жить так же. Все. Ханде уле самар кулоо мунун фазына чали. Ана вакали. Йер вака. Тойл ханде ариккел. Ты все приготовил? Да? В аулы не суйся. Хорошо. Угоняй скот. Хорошо. Смотри за ним. Струны изнежили его руки. Чертов инструмент. Нечего ждать до утра. Седлайте коней, выступайте сейчас же. Избегай стычки. Будь спокоен.